Сейчас у нас проходят заключительные игры, финальные первенства Оренбургской области по футболу среди юношей 1999-2000 года рождения. В турнире участвуют 5 команд. Это гости из Оренбурга, футбольный клуб «Газовик», гости из Новотроицка, футбольный клуб «Носта» 2000 года, гости из Ясного Зато, Комаровский, и 2 наши команды – «Дюш Надежда» и «Дюш номер 4». Непосредственно в городе Орске у нас футбол развивается. Развивается не только взрослые команды, но и детско-юношеские команды. Ну, футбол – это уже часть меня, потому что я занимаюсь с детства. Это жизнь без футбола для меня ничего не значит. Тренировки проходят каждый день, и делаем то, что скажет тренер, или ну, занимаемся тем, что у нас не хватает на игре. Мне хочется поздравить вас, не только призеры, которые находятся у нас здесь, команды Ясного и команды Оренбурга, но и вас, детская юношка спортивной школы 4. В финале первенства Оренбургской области по футболу бронзовыми призерами стала команда «Зато», город Ясный. Серебро досталось команде «Дюш Надежда», город Орск. И абсолютными победителями стала команда «Газовик», город Оренбург. Для нашей команды самый главный противник на этом турнире была команда «Надежда». Конечно, очень хорошая команда. Есть игроки, которые ведут ее вперед. Мы подготовились к ней и одержали уверенную победу. Соревнования очень низкие. 2 команды в области у нас, в принципе, которые могут конкурировать. Это «Газовик» Оренбург, 99-й год, и «Надежда». Толковых пацанов везде хватает, во всех районах, во всех деревнях и городах. Я думаю, что мои слова дойдут до руководителей всех организаций, которые умеют считать деньги. Блин, футбол как бы не рентабельная вещь, но это дети, в них нужно вкладывать.